В Мали найден один из бортовых самописцев разбившегося алжирского авиалайнера. Он доставлен в город Гао и в ближайшее время, надеются эксперты, прольет свет на причины аварии. По словам президента Франции Франсуа Олланда, военные уже приступили к предварительному расследованию. Французские власти исключают версию о том, что самолет был сбит с земли.